Сегодня 14 августа. Я со своими спортсменами-каратистами прохожу ежегодную полугодовую диспансеризацию в Центре медицинской реабилитации спортивной медицины. Ну и что у нас тут? Какие проблемы? А проблема у нас практически сразу же на входе. Проблема такая, что у нас здесь нету элементарно бахил. И бесплатная медицина начинается либо с платных бахил, даже которых здесь нету. Приходится людям ходить, спортсменам, в соседнее здание. И много проблем, которые связаны как раз с недофинансированием. И вот такие вот у нас проблемы в спортивной медицине. Финансирования абсолютно никакого нет. Еще одна проблема насущная. ЭКГ, спортивная медицина. Здравствуйте. Все, обратите внимание, элементарно нет одноразовых простыней. То есть постелить детям, чтобы они лежали на чистых простынках. Финансирования абсолютно нет. Очень плохо. Так, врачи по спортивной медицине. Как вы видите, 207-1, 207-2 принимает у нас с вами два врача. Обратите внимание, сейчас приходит прием, и у нас два врача принимают разнополых детей. Потому что проблема у нас в чем? Почему у нас разнополые дети сейчас в одном кабинете находятся? Мы сейчас в одном кабинете работаем. Думаем, что это временное время. Но насколько насколько это временно, мы как бы даже. То есть по факту получается нет второго кабинета для. Кабинета нет. Работать, правда, очень неудобно. Ну и тяжело, соответственно, да? Тяжело, мы стараемся шептать, чтобы не мешать друг другу. Конечно, нагрузок никаких уже не делаем, ни степ-тестов, ни прыганий. Это мы уже исключаем. Вот 20 приседаний, все. То есть там мы минимальными отходимся. То есть, по идее, у каждого врача свой кабинет и отдельно работать с каждым спортсменом. И каждый возраст, каждое, если это КМСники, они должны другие делать пробы, а мы вынуждены пробы ограничить. Все понял, услышал вас. Спасибо, будем решать. Да, как-то родители заходят, интересуются. Но сейчас нет возможности заходить родителям и смотреть, как мы обследуем детей. Родители обижаются. Еще родители обижаются, что заходит мальчик, заходит девочка. Мне надо девочку раздеть, послушать, посмотреть кожные покровы, все это отметить. По факту вы не можете сейчас этим? Фактически, да, мы не можем. И родители как-то не очень довольны. Нам часто говорят об этом. Приходится работать в таких условиях, какие мы сейчас имеем. Все понятно. Ладно, спасибо большое. Будем решать вопрос.